Спортсмены из детского сада «Ладушки» к соревнованиям готовы? Да! Пока наши спортсмены борются за победу на зимней Олимпиаде в Пекине, юные болельщики из Щелковского детского сада номер 30 «Ладушки» решили последовать примеру чемпионов и приобщиться к спорту. Педагоги учреждения организовали для ребят малую зимнюю Олимпиаду. В программу состязаний вошли различные эстафеты, и каждый ребенок смог проявить свои индивидуальные способности, умение работать в команде. Все как у настоящих спортсменов. В этот день ребята провели время весело и с пользой. Педагоги детского сада познакомили мальчишек и девчонок с олимпийской символикой и, конечно, напомнили ребятам о том, что важно приобретать полезные привычки, начинать заниматься спортом с самого юного возраста. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.